И сегодня 23:33, вот сейчас кто видит, смотрим. Замечательное время, замечательная дата. 30.06.2022, то есть 6-го. Я хочу рассмотреть один клип. Сначала у меня был один план, но этот ролик, он длинный, я его запишу после. Сегодня я дам короткий. Сегодня 3.06, то есть 9-6 года. Девятка и шестерка, 3.6.6. На самом деле, если приплюсовать, то 9.6. И мне вспомнился тут замечательный фильм, недавно вышел, «Оззи Осборн», где он увидел одну ситуацию. Эту ситуацию, это наши воспоминания, мы опубликуем позже, наши с Моной. Это вселенная генетических воспоминаний, изменений. И на воспоминании было о том, как мы там жили и противостояли вампирам. Вся планета уже была в депрессии, в разрухе. Генетические мутации пошли не так. В поисках долголетия люди превратили себя в вампиров. Не все, конечно же, но часть. Горец — это, блин, документалка.